Приветствую вас, Ангелина. Я, честно говоря, не очень понял, почему вы считаете, что 5 стадий – это ерунда, если это объективные факторы, вот, научно доказанные и, в общем-то, объективно существующие. 5 стадий утраты – это реально переживаемые стадии утраты человека. Почему вы считаете, что это ерунда, не очень понятно, не очень понятно. Это не ерунда. Дальше. Что касается советов, оптимистичных советов, то здесь, ну, опять же, как бы да, вам они не подходят, но и обесценивание ваше, оно тоже как-то не совсем вот здоровая история идет. Вот. Следующее. Значит, чтобы дожить свою жизнь, вам нужна цель. Вам нужна цель, вам нужен смысл жизни. Смысл жизни на то время, которое вам осталось, если это действительно так. Это то, что, чем бы вы занимались, это то, чем вы выгорели, это то, чем бы вы увлеклись, это то, что для вас ценно, важно и так далее. Вот, это может быть абсолютно все, что угодно, главное, чтобы оно наполняло вас эмоциональным откликом. Вот. Такая вот история. То есть в этом вам можно безусловно, помочь. Но проблема, она не в этом. А в глобальном обесценивании себя, в неумении правильно, выгодно, эффектно себя подавать и по сути вот, ну, есть ощущение, что вы просто поставили на себе крест и все. Вполне вероятно, что вам нужно обратиться к кризисному психологу в ситуации, в которой вы оказались. А если вам поставили острое невротическое состояние, то психотерапия здесь не поможет. Потому что, ну, вы просто не готовы к этому, не готовы к психотерапии. Мне очень понятно, почему работая с психотерапевтом и два раза в неделю, вы обращаетесь на форумы, обращаетесь сюда. Вообще-то это очень грубое нарушение культуры работы, потому что, ну, как бы это очень во вред пойдет психотерапия. К самому психотерапевту у меня есть ощущение, у вас отношение такое вот больше покровительственно-родительское, что ли, нежели чем вы воспринимаете его как профессионала. То есть ощущение, что вы сознательно или бессознательно опровергаете любые объективные способы вам изменить свою ситуацию. Вам нравится это состояние, вы хотите в нем быть, вы получаете определенную выгоду. Какую? Да очень простую. Пытаться не надо ничего делать. Если вы поверите в то, что у вас все получится, если вы поверите в то, что у вас все может быть хорошо, вплоть до отношений новых, несмотря на то, что есть угроза смерти, ну, вы сможете сделать ошибку. А так, ничего не будете делать, и у вас все будет в порядке. Вы не хотите менять что-то. И смиряться с тем, что с вами происходит, вы в глубине души не хотите тоже. Понимаете? Жесткая правда, на мой взгляд, заключается в том, что именно такое состояние, состояние безысходности, жертвы, привело вас к нам, привело вас на форум, привело вас к психотерапевту, привело вас к врачам, привело вас к антидепрессантам. Посмотрите, сколько плюсов.
сколько выгоды, сколько людей пытаются вам помочь. А вы говорите, что это все ерунда. Ну, не я, конечно, утрирую, да, но вот то, как вы окрестили 5 стадий утраты, ну, как бы все, здесь все понятно. Маленькая штука. И вот до тех пор, пока вы продолжаете считать 5 стадий утраты ерундой, ничего у вас не получится. Потому что это нужно проживать, с этим нужно работать и так далее. Нет, вы поймите правильно, вам решать, хотите ли вы свое время тратить на психотерапию или нет. Это вам решать. Но если хотите, то если вы так решаете, то давайте работать. Но тогда вам нужно довериться специалисту, а не подвергаться мнению те моменты, которые имеют место быть объективно. А дальше. Отношения с мужчиной. И в целом комплекс по поводу своей внешности. Я не знаю, Ангелина, конечно, насколько можно и актуально мне говорить вам такие вещи, потому что все-таки человек взрослый, я тоже взрослый человек, я должен вам сказать, что мне очень грустно, когда я вижу, как взрослые люди, вот, например, вроде вас, думают, что отношения строятся только потому, что они красивые, на внешности. Мне очень грустно подобно наблюдать. Это настолько ограниченное восприятие себя и других людей. Это настолько мощный, сильный уход от своего внутреннего мира, от того, что вам важно, от того, что вам интересно, от того, что для вас ценно, от самой себя, по сути, что просто диву даешь, как человек может игнорировать то, что у него происходит. А я бы сказал, что не красота внешне делает человека привлекательным, но его увлеченность делом, его увлеченность, его увлеченность любимым делом делает его прекрасным. Потому что внешность меняется. Вы вот правильно сказали, что вроде бы вот пластическую операцию-то сделали, а не изменилось ничего. Да? Вот. Понимаете? Вот вы пластическую операцию сделали, а толку? Ну, толку. Толку от того, что вы сделали эту пластическую операцию. А нет никакого толку от этого. И это нормально. Потому что его и быть не может. Вот. Я думаю, что вы уже
давно в какой-то степени привыкли жить в таком немножко мазохистичном состоянии, немножко в мазохистской модели, в мазохистской парадигме, когда получается некое удовольствие от того, как к себе относится. Вот. Сознательно выбирая себе мужчину, определенного мужчину, для подтверждения того, что вы сами о себе думаете, того, что вы сами про себя считаете. То есть, по сути, я бы сказал, что речь идет о том, что вы своими действиями формируете тот образ, подтверждаете, точнее, не формируете, а подтверждаете тот образ, который вы сами, сами создали, к сожалению. Вот в чем суть вашей проблемы. И можно двигаться в разных направлениях. Можно двигаться в направлениях, например, обретения смысла жизни, вот, в направлении там, обретения цели жизненной и так далее, да? Можно работать с своими комплексами, которые у вас есть, чтобы они вам не мешали. Вот. Ну и там дальше уже видно будет по факту, что делать дальше. Вот. Знаете, но в целом я бы вам предложил изучить такую игру, Тано, психологическую. Вот очень, знаете ли, про вас эта игра. Вот прям настолько про вас, что сказать даже сложно, насколько она, эта игра, про вас. Очень сильно у меня ощущение, очень мощное у меня ощущение, что вы пришли с нами в эту группу играть. Да ну. Нет, я, конечно, ни в коем случае вас не обвиняю, я не считаю, что вы это делаете специально. Я верю в то, что вы говорите, я верю в то, что все это происходит на самом деле. Но проблематика от этого не становится. Вот. Честно вам скажу, как бы, меняться в вашем возрасте тяжело. Можно, но тяжело. Вам решать, хотите вы тратить на это свое время или нет. Пока у вас, с другой стороны, выжидательная тактика со стороны врачей, можно было бы, наверное, и поработать, оно ничего не теряет. С другой стороны, это ваша жизнь, как вы ее распорядитесь, решать вам. Вот, понятно, что никто не вправе это делать. Но, понимаете, вы вроде бы взрослая женщина, вы действительно самостоятельно, вы там добились каких-то вещей, но, честное слово, ваши ценности и ваше личностное наполнение, в это ощущение, как будто вы
Не 35-летний человек, а как будто вам гораздо меньше, вот. И я бы хотел ошибаться, но вот проблема в том, что я говорю то, что вижу, а вижу я вот такую проблему. Для вас. Вот. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать. Вот, наверное, ну, наверное, соответственно, примерно такой ответ я бы вам дал. В принципе, на этом все. Больше, наверное, мне добавить сейчас нечего. Если вы решите, чтобы мы вам помогли, мы поможем. Безусловно. Вот. Но если вы сомневаетесь, если вы обесцениваете какие-то моменты в работе, в том числе психолога. Ну, мне кажется, что не стоит тратить не наше время. Вот. Это то, как я думаю. Все. На этом я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.